поехали, ставим на перегрузку. Естественно, ставим какой-то вам надо F12 или F8, чтобы переводиться на флешку. Это будет у меня на мультизагрузочной флешке. Видите, у меня сколько здесь куча целых программ. Но у вас будет сразу загружаться. Вот. Если на флешке, на мультизагрузочной, которую показывал, нам будет вот здесь показывать. Здесь она у меня вот записана. Такая заставочка будет. Ну что, поехали. Здесь то же самое будет тут. WinP64. Запускаем. Не бойтесь, она загружается как семерочная. Вот она загрузилась, ваша оперативная система. Запустилась. Здесь вы можете, естественно, вот он ваш компьютер. Здесь у вас вот C, если она слетела, можете открыть, естественно. Заходите в пользователи, называется по-своему, у каждого. Здесь вы можете вот загрузки, которые слетели у вас, можете потом, что вы еще можете сделать, с рабочего стола все снять отсюда, все можете, вот документы любые, документ не буду раскрывать пока. Сохраненные игры, ну все, что вы можете отсюда скачать. Потом можете также, если у вас дополнительно нету чего-нибудь в флешке, вот так на жесткий диск, на другой, можете скинуть. Вот мои все программы здесь, делаете бит, естественно, обычные, ну и скидываете сюда все, что можно. Потом вы восстановите свою десятку, и она будет у вас работать. Тут же вы можете, программы есть, естественно, вот антивирусник, вот антивирусник тоже разблокирует вашу систему, если не работает, то вы будете перестанавливать. Здесь Acronis, кто знает, умеет заниматься то же самое, можете форматировать этот диск, вот они ваши все диски, вот флешка, вот они, флешку не форматируйте, не вздумайте, это ваша вот эта вся система. Здесь объединяете, то можете разделять, что хотите, можете здесь активировать, деактивировать, ну и все остальное. Какие-то жесткие диски, например, скрывать, которые они вам вообще не нужны, по мегабайту появляются они вот так здесь вот у вас, в принципе. А сразу говорю, на мультизагрузочной флешке в интернет не выйдете, во-первых, загружать только. Если хотите полноценно работать, только на Rootus'е, на мультифлешке, только загружать для работы, ну, все остальное. И драйвера вы на нее не загрузите, только на Rootus'е. И загружать надо драйвера, на которые вы будете работать с системой. Если на своей системе, то на своей системе. Если на чужой системе, то на чужой. Если свой компьютер, то значит, еще раз повторяйте, свой компьютер. И на Rootus'е вы можете тут же сразу зайти в интернет, сделать на свой браузер, вот он. Интернет, по-моему, а нет, не здесь, это вот оно, интернет, здесь все поставите, будете загружаться, здесь можете свои поставить подключение, ну и все остальное дальше. Сейчас буду показывать, как антивирусник, то же самое.